Всем привет, дорогие друзья! Довольно таинственные звуки испускает эта игра. И тут даже вроде кто-то дышал, что-то я слышал, или мне показалось. С вами The Coma Record и Aral TV, и утро, потому что ночью в эту игру играть не очень, скажем так, интересно. Вот такое у нас довольно скромное начало, я не кричу, но, как вы все помните, в прошлой серии мы с вами, дорогие друзья, перешли в Северное Крыло, в котором искали ответы на наши вопросы и искали выход, который мы хотим найти. Но, к сожалению, мы нашли только Мюнгеля, а точнее его какой-то дух, который питается у него, блядь, круговорот веществ в животе и в его рту. Вот, потом он куда-то исчез. Что ты тут читаешь, блядь? Порно-журнальчики сейчас не время, нахуй, для этой хуйни всей. Вот, и что-то куда-то съебался. Я забежал в кабинку, потому что там была тёлка, как вы все помните. Прошу в серии писали о том, чтобы я шмонал как можно больше мест, иначе я реально могу по ситуацию, которую потом не выберусь из сохранения. Что это было такое сейчас? Чё? Это кто сейчас меня такую... Это кто сейчас меня тронул-то, блядь? Там никого не было, мы же, блядь, не в кабинете биологии. Блядь, перезапустимся на всякий пожарный. Вот. Короче... Я почему не шмонаю-то иногда некоторые вещи, потому что вот эта тёлка, она тут бегает, и я, блядь, боюсь, и... Ну, короче, будем по мере возможности заходить в кабинет. Окей, я думаю, скорее всего, так можно сделать, блядь. Так, мы вышли из России, тут, блядь, какой-то туманчик. Неужели подожгли что-то? Так, вот, можно пошмонать. Ничего полезного, ну, блядь, охуенно. Так, а что у нас в раковине? Нахуй воду, блядь, включать. А, это типа, что привлечь звук, да? А, ее никак нельзя, да, отключить. Ну, пиздец. Так, у меня 500 W-шек. Давайте посмотрим, что можно купить. Мне говорили, что нужно, в принципе, покупать только вот этот антисептик, или как он, который от яда-то лечит, да? А вот это все остальное я, наверное, могу найти где-то в другом месте, да? Но, к сожалению, ничего не продается, поэтому мы идем дальше. Так, тут вода. Давайте посмотрим в туалете. Что, нам нужно... Что это за место? Поверить не могу, что это комната девочек. А чё накрывает-то, блядь? Так вот, почему они туда вдвоем ходят. Я думал все время, почему девочки вдвоем ходят в туалет? Так, блядь, кривая нахуй комната. Блин, тут явно небезопасно, нужно бежать скорее. Бля, это секретный вход, короче, да, я так понял. Не, бежать нахуй сюда не надо. А может в шкафчики можно зайти? О, да, ну смотри, тут есть вход. Так, погоди, карта. Нам нужно, короче, на третий этаж. Блядь, я походу попал в какое-то помещение, в котором творится непонятная дичь. Так, нихуя себе. У нас какие-то прям какие-то катакомбные приключения. О, смотри, портфель, можно обшмонать. Ничего полезного. Да, блин, вот именно тогда, когда я захотел обшмонать реально, тут ничего полезного нет. Так, блядь, погоди, это лабиринт, что ли, какой-то, только типа наоборот. Опять ничего полезного, сука, ебаный свет. О! Тихо. Ничего полезного, да ебаный свет. Почему так? Да смотрите, тут есть много выходов, блядь. Входов и выходов, блядь. И типа, если я выберу неправильный вход, то меня сожрут, да, я так понял? А, вот, смотри, справочный... Блядь, я попал, короче, на третий этаж. Красавчик! Красавчик, так, мне нужен справочный стол. Опять старая винда. Так, справочный стол. Нам нужно узнать, какие справки. Давайте посмотрим, так, раздел физобразования. Нет, нам нужно, блядь, везде экраны смерти, это пиздец просто, так нужно. В ком залезем? В школе забирают эти мощные компьютеры, так что ими можно пользоваться только для поиска по каталогу библиотеки. Интересно, а Spacecraft на максималках-то не поет? Блядь, я бы в твоем случае сейчас не думал об этом, да и, кстати, как-то не похож на мощный компьютер, против корпус какой-то старый. Хотя, знаете, сейчас иногда модно собирать компьютер и, типа, старый корпус делать из него. Так, ну-ка, что у нас в коробке? Опять ничего полезного, да сука, ну ебаный свет. Раздел искусства и музыки. Да, блять, ответ можно мне найти какой-то, да? Ничего полезного. Раздел искусства и музыки, отлично. Блять, так погодите, слушайте, я тут был, да? Это же справочный стол, блять. Ну смотри, тут, кстати, никого нет, вроде тёлка как к нам нет, не смотрится. О! Я нашел предмет кофе Диверспресса. Так, блядь, погоди, о чем ему надо сделать-то? Надо быть информацию о этом безумном убийце, тени о том, почему я здесь оказался. Да, это тот чел, который, как вы помните, в прошлой серии нас, типа, допрашивал. Блядь, так, а инфу-то никак не узнать, да? Я сейчас везде тут, кстати, обходил, все, ничего не нашел. Ну, по логике, где-то здесь что-то должно быть, да? Ну, тут мы смотрим, раздел физобразования нет. Компьютер может только для библиотеки использовать. Так, блядь, посмотри!
Сука, посмотри, блядь! Чё ты напротив него стоишь-то, блядь, найти информацию и ничего. Может, в библиотеке-то есть какая информация, может, в книгах что-нибудь написано, блядь, да какой же ты тупой, сука. Справочный стол, блядь, почему тут ничего нельзя сделать? Ладно, давайте пока на паузу. Я сейчас узнаю, в чем дело. Блядь, пацаны, я обыскал абсолютно тут все, я нихуя тут не нашел. Почему тут стоит знак восклицания, я не понимаю. Типа, тут надо что-то найти, но тут ничего, блядь, нет. Компьютер он не хочет залезать. Я посмотрел прохождение в интернете. Там написано о том, что должна лежать какая-то записка и ключ доступа. Типа, блядь, я вообще не понимаю, где тут что есть. Может быть, нам нужно выйти? Не, типа, выйти нельзя. А, вот, может быть, тут, короче, слышь. Во! Нашел. На скебеле висит какая-то странная записка. Похоже, она написана помощником библиотекаря. Интересно, помощник библиотекаря пишет, что кто-то каждую ночь пробирался в северное крыло. Ничего себе! Это был Тайхун из 1В, жертва Мёнгиля. Он здесь что-то делал, но не стал рассказывать. Его поймали, когда он залез в медиацентр в зале 5F. Сука. А что если все, кто туда попал, это связано с самоубийством? Что ж, это может пригодиться, между страницами был ключ от медиацентра. Вот, 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 блять, сука, я думал, внутри, ё-моё, а не снаружи. Еще только одна проблемка, я застрял в этом адском кошмаре, который с каждой минутой становится все ужаснее и ужаснее. Надеюсь, что мне удастся добраться до медиацентра целым и невредимым. Блять, чё ужаснее-то, мы встретили нормального чувака, Мёнгиля, никаких проблем с ним не было. Ужасно было с этой тёлкой, так тёлкой и осталась так тёлкой, типа ничего не произошло. Блять, понятно, ну чё там, давилось? Да, нам нужно, короче, наверх. Ну, мы, типа, получили ключ доступ к карту. Лифт, конечно, не работает, я уверен. Ну, да, конечно. Нам чё... Ай, сука! Ты чё, баба мать, меня так пугаешь-то? Ёбаный свет, ты чё, охуела? Прячься, нахуй, прячься. Блять, она в дырку, можешь пролезть? Пиздец, ты охуела, мать, вообще! Ты охуела просто, мать, вообще... Пиздец, у меня мало того, что у меня ХП теперь нет. И мне теперь вообще нехуй купить. Чё она вообще тут делает? Она была в том крыле, как она вообще сюда пришла. Блять, вы чё, вот... Сука, у меня сейчас, смотрите, у меня с сердечком проблема, да? Я сейчас обыскал абсолютно все предметы, которые были поблизости, я нихуя не нашел. И чё, мне нужно, получается, опять бежать в эту хуйню? Ну, типа, в кафешку-то ебаную, да? Типа, чтобы излечиться. Пиздец, опять тёлка, да вы охуе... Вот как это вообще обходится? Он же сдохнет потом, ё-моё. А, ну да, он, собственно говоря, и сдох. Хо-хо. Так, слушайте, я решил сейчас это хрень обшмонать, короче, но идти в другую сторону. То есть мы же туда пошли, да? Мне нужно сейчас, получается... Блять, а как же мне пройти-то получается? То есть нам нужно, короче, наверх. Ну, типа, есть вариант опять в туалет и возвращаться, блять. И оттуда, короче, путешествовать, блядь. Но я не помню, я в ту сторону, блядь, ходил, вроде в другую, да? Не, в туалет нам туда... Нам сейчас в туалет нельзя, короче. Хотя давайте попробуем, да? То есть нам надо в другую сторону идти. Там никак не пройти, там тёлка, типа, стоит. И там меня... И меня, блядь, настолько, короче, там отравили, что у меня сердечко пропало, все. То есть у меня сейчас 4 сердечка, у меня все пропало. То есть это, типа, видимо, ловушка такая специальная. Так, тут типа никак не про... А, слушай, а в мужском нельзя? Может быть, в мужском потом путешествовать? Блять, а как же туда наверх пройти? Это будет, наверное, трудновато, блять. Ну тут типа ходить, то есть единственный вариант... Слушайте, а давайте, короче, там же есть, наверное, доска-то, да? Давайте сохранимся там, короче. Или тут, наверное, типа выбор есть? Ну-ка, погоди-ка. Нет, тут нет выбора, тут типа только вошел и, блядь, туда вниз прошел, все понятно. Так, а, о, а что тут, кстати, вот, ну-ка, что нашел там? Я тут не шмонал. Я нашел предмет, монетка, отлично, можно закупиться в этом автомате, ебаном. Правда, там не продают ни одного антисептика! Очень круто, кстати, вот здесь можно сохраниться? Нет, блин, блядь, нельзя тут, типа, можно сохраниться только на пустой доске. А тут таких нет. Кстати, у меня, а, нет, у меня тратится. Раньше у меня не тратилось, кстати, это, как его, вся эта хрень. Так, кофе нашли, отлично. Блять, а чё же мне делать? Типа, я сейчас выйду, пойду налево, там будет эта тёлка. Как мне это обойти? Ну, смотрите, типа, давайте попробуем. Там она неожиданно... Блять! Это кто такой? Это что такое сейчас было внизу? Блять. А, никого?
Блядь, в смысле? Камон! Блядь, камон! Да в смысле? Да камон? Блядь, а где мой бесконечный этот, как его бегство-то ебаное? О, заходи, чувак, и я понял, как... Я понял, как надо просто, короче, из локации в локацию переходить, я понял? Понял, я прикол этой игры, понял? Закрыто, это в смысле закрыто, блядь? Какого хуя закрыто, блядь, туалет-то, я не понимаю? На что? Кто там срёт-то? Фига у неё, короче, она теперь горгулья, сука, это как у неё... щупальца эти ебаные. Блядь, мне бы сейчас сохраниться вообще не помешало бы, блядь. Не помешало бы мне сохраниться. Музыку, я по музыке ориентируюсь, да, блядь. Бля, жалко, тут нельзя сохраниться. Так, короче, ладно, давайте мы адекватно. Мы сейчас, короче, поднялись на один этаж выше. Там есть лестница. Нам нужно сейчас опять наверх, нам нужно эту бабу как-то, короче, перегнать, сука. Я не знаю, в какую сторону ушла, да, кстати, по шмонам краски. У нас вообще этот бардачок-то полный, да? Нет, не особо полный. Ну, можно, слушайте, можно еще выпить что-нибудь, прибавить здоровье, да, прибавлять сил, эта бутылка воды прибавляет сил, останавливает снижение сил. Ну, кстати, кофе нормальная тема, да. Да, блядь, да какого хуя там тёлка-то стоит, она должна уйти, я же, блядь, в туалете спрятался. Какого, блядь, хуя? А тут нет, короче, этой дырки, опять, чтобы наверх перейти. Опять, чё она, блядь, на месте стоит-то? Там, видимо, в этой игре, типа, скрипты, что ли, плохие, то, что, типа, она должна по логике сейчас убежать. Ну, мне же нужно выйти как-то из туалета, блядь, я что, не могу тут вечно стоять? Или мне нужно подождать, типа, пока она сама уйдет? Я просто не знаю, она ушла или нет, она же бегает, сука, как пизда, этот, как его, малолетняя. Поэтому, блядь, я хуй знает. Так, ну тут мы уже шмонали... А, погоди, вот эту коробку мы не шмонали. А, ничего, блядь, ну ладно, короче, так. Ага, вот, смотрите, она убежала. Да, блядь, ты заебала, мать, уже в натуре! Так, она видела, в какую мы дверь зашли. Значит, получается, нам нужно сходить последнюю. Да, все, и теперь она с другой стороны. Хорош! Блядь! Вау, вау, топорик, сука, достал свой, не надо! Фига, минус 2 хп! Блядь, мы вернулись туда же. А как пройти-то? Там никак. Может, на том этаже надо искать чудо? О, дырка, блядь. А, так это мы вернулись сюда. Бля, а что делать-то? Кстати, вот это безопасная территория, тут никогда никого не бывает. Бля, что делать вообще, пока не понимаю. Давайте я пока на паузу, когда уже смогу на четвертый этаж попасть, я вернусь. Потому что я не знаю пока, в чем прикол. Так, а, вот эти вот части тела... Блядь, смотрите, тут есть... А, нам нужно, короче, просто идти в ту сторону, там, наверное, туалет, да? Все, понял, понял, понял. Она видела в дверь, в которую мы зашли. То есть, получается, нам... да кто все меня бьет-то? А, женский толкан, точняк, там все время хуйня какая-то творится, да? Ебо! Фига, телки там, короче, вывешены, бери и би, короче, любую. Блять, я понял, короче, мы вернемся на туалет, и я вернусь там. Ну, вы поняли, да? Хе-хе. Вот сейчас у меня, видим, какой-то баг, короче, у меня сейчас этот, как его, я могу бесконечно бегать. Блять! Вот смотрите, видите, я бегу и бегу, я ща похую мне. Вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это вот нормально. Так, смотрите, тёлки, берем любую, вы ебем просто нахуй. Ебать, а у меня бесконечный этот бегство, блядь. Сохраниться можно? Сохраниться? Ой, спасибо, спасибо, блядь, нихуя с тёлкой сохранился вместе. Нет, я так не хочу. Погодите, давайте загрузимся, что будет. Блядь, я не хочу проебать, короче, это как. А, без тёлки, да? Нормально, нормально. Вот это вот тема, блядь, это багаюза, конечно, но... А как по-другому пройти, сука? Я же даже не знал. Даже не знал. Так, ладно, мы пришли к какому-то новому помещению. Ну, судя по всему, мы двигаемся в правильном направлении. Так, а где мы вышли? Мы вышли... А, мы вышли на втором этаже, и мы тут не были на этом втором этаже. Да? Нам нужно... Давайте мы зайдем в класс. Похоже на мою игру первый раз на пианино. Ладно, шучу, это расстроено фортепиано. Так, найдена записка. Так, записки мы не читаем, потому что я уже сказал, что дополнительный сюжет. Так, микрофон какой-то. Давайте шмонать все. Записка, да, записка, блядь. Может быть, тут что-нибудь реально полезное будет? Фига, микрофон крутой. Не лучшее время для пения, да, согласен, согласен. Клавиши пианино, все в крови. Бля.
Сука, тут атмосфера, конечно, не особо доброжелательная, блядь. Я надеюсь, тёлка сюда не выйдет. Ну, смотрите, сейчас там вообще реально принципиально заходить в каждую нахуй дверь, чтобы все узнать. Так, класс искусства, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, доски, блядь, какие-то папки. Здесь полно рисунков от первого класса, нам это сдавали пару недель назад. Нас попросили нарисовать своего классного руководителя, а Зинье выпала честь нарисовать кумира всей школы Миссонг. Ну, конечно, как по-другому-то, блядь, сука. Этот, как его, нормальную тёлку только рисовать могут. Ребята из других классов так разозлились. Конечно, сиськи-то, блядь, нарисовать каждый хочет. Сёк и прям хороший художник. Все так хотели увидеть его портрет Миссонг. Жаль, что какие-то гады над ним поиздевались и оторвали краешек рисунка. Посмотрим. Да, это работа Сёнга. Сёха нарисовал Миссонг в виде фэнтезийного персонажа. Ты, блядь, чего я нахуй на месте стою и какое истощение? Надо взять с собой. А где мой рисунок? Так, черт, я же ведь его не сдал. Помню, что мне было очень стыдно показывать, я спрятал в своем классе, чтобы никто не увидел. Вот почему у меня двойка по ИЗО. Блин, я и не думал, что это так скажется на оценках. Может быть, искать свой рисунок. Ты, блядь, охуел, мужик, я что за рисунком сейчас в твой класс пойду? Мне пиздячить до туда, пиздец, мне нужно сейчас обратно, короче, идти. О-о-о. Где-то он там решит. Положу свой рисунок, а после того, как я найду свой. Да. Так, хули у меня, блядь, истощение-то, блядь. Я вообще на месте стоял. У меня, видимо, в этой игре много багов. Так, что там? Ничего полезного, понятно. Так, ты что, мне предлагаешь сейчас пиздячить свой класс? Блядь, ну долбоёб. Так и погоди, слушай. А в смысле свой класс пиздячить? А вот это что такое? Нахуя мне в свой класс идти? Ты дебил, ты не мог сразу, сука, взять свой рисунок? Блять, какой же долбоёб. Так, а что тут за прикрытая дверь, сука? Зато двери открыты. Внутри есть пожарная лестница, но мне туда не полезть. Поищу другой путь. Ну, конечно, блядь, другой путь-то. Не ты же ищешь-то, я. Блядь, пиздец, он вот просто ни с того ни с сего. Пойдем, сука, в свой класс. Не могу пролезть через эту кучу дерьма, надо было добавить, но, к сожалению, тут никак нельзя. Пиздец. Я вам хочу сказать, пиздец. Нам еще в свой класс... Откуда тут, блядь, падает? Кто? Я не понимаю, какого хуя. Так, ладно, идем нахуй. Идем. Ладно, давайте, я думаю, свой класс пройду. А потом мы продолжим. Так, сохранение... Нет, не надо мне сохранение. Хуя, она бежит, блядь. Да что за тёлки-то тут падают все постоянно? И он хп еще от этого теряет, вы понимаете? Так, у меня тратится. Блядь, мне нужно быстрее в туалет. В туалет, блядь. Так, истощение. Тут нет быстрых клавиш каких-нибудь, блядь. Блядь. Да что ж такое-то, блядь, везде жди подставу. Во, здесь, все. Вот тут она не пролезет. Она через дырки, она не умеет лазить. Она тупая, она, блядь, как пробка, блядь. Давайте в основном пока хп. Я думаю, пока на паузу пойду, потому что мне нужно идти в свой класс. Это пиздец, как далеко, я просто хуею. Ну, заодно еще в кофейню забежим. Может быть, купим себе антисептик? Или как его там он называется? Ну, и что-нибудь, ну, не знаю. Блядь, тупой реально вообще. Вот можно было, во-первых, забрать свой рисунок там, когда ты был там. А во-вторых, можно было тупо ограбить этот караван, блядь, с едой. И все, и бургеров все взять, потому что, ну, у меня хилки. Она у меня как на ходу, сука, уходит. Короче, я думаю, что мой закуп будет такой, я возьму себе шоколадку вот такую и антидот. Ну, на всякий пожарный, я думаю, скорее всего, да? Можно взять, да? У нас краски два слота вроде не занятых. Это вообще, блядь, жижа для вейпа какая-то старая, сука. У меня были такие, да, раньше. Они куда-то сейчас в последнее время пропали, ну ладно. Это не особо важно, другая тема, блядь. Я, конечно, потратил свои деньги, как обычно, сука, но зато у меня теперь есть шмотки. Идем дальше, я уже приближаюсь. За благо того, что там была дырка сразу после выхода из этого, как его, из, северное крыло. Я быстро добрался до кафетерии, сейчас таким же быстро. Вот ты такой непонятно, сука, почему эта тёлка все время, она, блядь, узнает, что мы где-то там. Ну, хотя это кома же, это получается, что реально какой-то сон, да? Блядь, ну дебил, я не понимаю, меня до сих пор бомбит. Так, ладно, мы свой класс с ним. Как можно было оставить свой рисунок тут? Так, вот здесь он, да, где-то? Наверное, записка. Нет, записки, все хуйня. Блять, а где мой профиль-то? Тут, смотрите, еще какие-то символы, блядь, появляются. Я вообще не понимаю, что это такое. Тут, типа, все хуже и хуже становится. Моя парта. Да что, в конце концов, тут происходит? Блядь,
Дурак, мы вообще за рисунком твоим шли. Где он вообще? Он висит, да, где-то, что ли? Сохраниться? Не, может сохраниться, я понимаю, но мне нужно идти... А, вот! Я никогда не приводил Йонха к кому, но что же он тут делает, Сёха? Блять, какие-то странные вообще вещи написаны, блять. Но мне нужен рисунок! Рисунок! Где мой рисунок? Сука, моя парта, блять. Он сказал, что оставил в классе. Блять. Я не знал свой рисунок, он должен быть в моем классе. Так а где он? Я нашел рисунок Йонха. А, вот, все, нормально. А, вот мой продукт. О, да, вообще-то теперь оценивая свежим взглядом, выглядит не так уж и плохо. Бля, прикольно он вообще. Ебанутый у нас персонаж. Ну ладно, а куда его отнести-то надо? Зачем вообще его относить? Так, класс ИЗО, понятно, нужно опять пиздячий брать. Ну ладно, пацан, давайте сохранимся. Я, когда уже буду в том классе, я уже вернусь. Опять надо пиздячить. Пацаны, я тут, короче, случайно обшмонал одну сумку и нашел еще один антидот. Вот это нам вообще подфартило. Вот это хорошо. Теперь мы точно не сдохнем от заражения. Так, тут еще что-то есть, да? Я нашел примерно... Отлично, блядь, реально шмонать надо все. Так, можно выжить. Блядь, ну... Ну ладно, короче, неважно, бежим, я только уже буду подключить, блядь. Я вот не сразу заметил такой момент, то, что тут табуретка, сука, летает в воздухе. Или что это такое, парта, блядь? Реально уже какая-то дичь творится. Что-то он вообще реально... Это, я не знаю, ну кома это же когда он сам типа в коме, да? Так, ладно, мы в кабинет ИЗО идем. Я пришел к раз-таки. Вот, нам нужно забрать рисунок Сёха или как его так... Так, сдать свой рисунок, не сдавать его. Я нахуй за ним ходил-то, блядь, на такой вопрос, чтобы его не сдавать? Знаю, что никому мой фиговенький рисунок не сдался, но ведь надо с чего-то начинать. Художник Кунба подтвердил, пора повзрослеть и научиться за себя отвечать. Класс, мои отметки вновь изменились. О, прям реально? Похоже, теперь у меня по ИЗО нормальная оценка. Интересно, к чему бы это? Типа он сдал рисунок, и у него автоматически поменялась оценка, и типа, наверное, нужно сдать все оценки, тогда он с кома выберется, да? Блядь, конечно, необычно, но... Погоди, там была доска, можно было на ней сохраниться, да? Вот на этой, вот на кровавой. Ой, хорош, я уже заебался, сука, бегать, теперь можно расслабиться. Я еще даже батончиком, сука, закушу такое событие-то, нахуй. Вот, ну как-никак, я потерял одно сердечко просто в бегстве. Поэтому вот так оно и есть. Давайте идем, значит, получается, дальше. У нас другого выбора нет, нам нужно идти тупо направо. Лифт работает? Лифт не работает. Ну, конечно, блядь, он не работает. Так, а погоди, сука, куда идти-то мне? Нам нужно опять, получается, хуйней страдать, искать, блядь, дырки. Как всегда. В кабинете музыки, может, что-нибудь найдем? Блять, да тут, сука, падает постоянно кто-то. Вот, кстати, я здесь же потерял стрелечка, хули. Ничего полезного, блять. Я просто обыщу сейчас и загружусь. Так, тут швабры, понятно, все, загружаемся. Я просто не хочу сердечко терять. Блять, еще эта музыка вообще противная, сука, ебать. Извиняюсь, конечно, за мат, но тут по-другому никак в эту игру не поиграть. Да кто меня все цапает, ты? Блять, нужно... Заебалось перезагружаться. Я понимаю, что это нечестно, но, блять... Терять, сука, сердечки на ровном месте, это вообще не камельфо, вообще какая-то странная тема, блядь. Так, ладно, давайте пока, когда я найду выход, я вернусь. Так, я тут, короче, на втором этаже в туалете, вот в этом, нашел еще одну дырку, и мы вышли, короче, на пятый этаж, судя по всему, да, это пятый, да, пятый F. И как раз-таки можете пройти медиа-центр, отлично, сука, я уже почти уже разочаровался в этой игре. Блять, как же тут хуёво, столько говна. Так, можно ключ взломать? Я быстренько пробежал, чтобы никто не задел, блядь. Открыто, так, медиа-центр, отлично, нам нужно сюда. Так. Блядь! Боже! Я чуть не посидел, блядь. Да, сука, ты можешь не только за себя отвечать, я сам чуть не обосрался. Чё за звуки? Сука, это лет штуки, эту пленку можно воспроизвести только на какой-нибудь старой камере. Хуль так тихо, блядь! Хуль так тихо! Кто-то оставил на этой пленке надпись «Секрет». Думаю, тот, кто это записал, на самом деле хотел, чтобы посмотрели или нет. Формат весьма старый. А то, что тут кровь, как бы тебя не смущает? Я уверен, что я ставил тайхун. Сгорает нетерпение посмотреть, что там написано. Зачем здесь нечем проиграть эту пленку? Придется идти в какой-нибудь специальный магазин, да сука. Навряд ли смогу найти уже нужное устройство в таком месте. Причем красно написано. Так, обыск.
Найдена записка, отлично, блядь. Я уж боюсь к этому проектору подходить. Так а куда идти-то, блядь? А, в кабинет председателя, Серный Крыл. Ну, это легкотня. Это сейчас мы быстренько пробежим. Как только там будем, я включусь. Так, я приближаюсь в кабинет председателя. Я на самом деле очень быстро прошел. Так, погоди, а как тут сюда войти? Сюда? Нет, это учи... Блядь, вы что, издеваетесь? Мне нужно сейчас ключ искать. Закрыто написано, видите, да? Дверь заперта. То есть как мне туда попасть? Ёб твою. Мне еще и ключ надо искать, да? Ладно, давайте пока на паузу. Тут звуки какие-то странные вообще, слушайте. В медпункте. Я зашел в медпункт, я подумал, решил обшмонать его. А, вот. И слушаю, тут какие-то звуки вообще стрёмные, блядь. Кто-то дышит, сука. О! Ключ-карта председателя, она здесь, краски есть. Я просто уже радуюсь, когда вижу просто красную надпись, потому что она сюжетная, я понимаю, что что-то будет, короче, после этого. Если я хотел попасть в его офис, теперь меня ничего не остановит. Да, так и есть. Кто это дышит, сука? Я вообще не понимаю нихуя. Ладно, давайте идем побыстренько отсюда, потому что мне, сука, это место вообще крипово, нахуй. Креми, блядь, ёбу, там сверху что-то щелкну, я подумал. Так, у меня там уже два знака вопроса, отлично. Кстати, тёлку я пока тут вообще не заметил. На всякий случай сохранимся. Я всегда сохраняюсь, потому что, ну... Тут может что угодно произойти. Вообще реально, что угодно произойти. Так, давайте используем ключ-карту. Отлично. Так, давайте зайдем. Все, заходим. Так. Блядь, мне кажется, знаете что? Мне кажется, это криповая это кассета, которую мы взяли. Криповая кассета, да? Так, вот смотрите, тут компьютер какой-то. Пароля нет, внутри тоже ничего интересного. Стоп, вылезла какая-то программа, она что-то печатает. Выбрать красную звезду, выбрать синий круг. Где ты стоишь? В смысле, где я стою, блядь? Ну, синий круг у меня вот здесь вот. Ну, синий круг, блядь. Сколько сейчас времени? А, выбрать солнце, выбрать луну. Луну. Выбери одну из двух. Монетку, ключ. Монетку. Выбери одну из двух. Выбрать вверх, выбрать вниз. Выбрать вверх. Окошко исчезло, но ничего не произошло. Блядь, тут, видимо, надо какую-то специальную комбинацию, да, иметь. Сука. Ну, не знаю, как его... перебирать все варианты, как бы, ответ... А, смотри, там виджеты из Windows 7, которые раньше были. Нихуя они заморочились. Блядь, перебирать все варианты, это будет очень долго. Наверное, нужно искать какой-то ключ, да? Короче, я очень много походил... вот, картинка, конечно, изменилась, ничего не поменялось, я потому что просто загрузил сейчас сохранение, просто, ну, походил там, выбрал всякие сердечки, я ничего не нашел абсолютно, я все-таки немного пренебрег прохождением, и тут написан пароль, он называется БАП, то бишь, выбрать синий круг, ну, я, блядь, не знаю, может быть, его нужно было где-то найти, этот пароль, я, честно говоря, хз, где его найти. Типа выбрать синий круг, выбрать солнце, выбрать монетку и выбрать вниз. Вот такой пароль. Я услышал щелчок замка. Я, честно говоря, не знаю. Я неправильно поступил, конечно. Надо было где-то найти его, блять. Может быть, его говорили где-то. А я прослушал, блять, не знаю. И, ладно. Интересно, что по ту сторону двери? Войти, думаю, уже все равно хуже не будет. Ого, тут еще дверь какая-то. Бля, тут камера. Хм, что это за черт? Я и не подозревал, что такое место есть. Только гляньте, сколько тут мониторов. Ого, здесь и проигрыватели полным-полно. Постойте-ка, наверняка здесь есть каналы камер наблюдения. Опа, можно, блядь. Я догадывался, что председатель МОД и его дружки за нами наблюдают, но это переходит вся граница, черт побери. Они установили камеры даже в женской уборной. Хо-хо-хо-хо, ты хорошая камера, блядь. Что там выебываешься? Нормальная камера, смотри, пока есть, там уже телок дохуя. Председатель устроил ту собственную миниатюрную Северную Корею. Им известно все, точнее, абсолютно все, что тут происходит. Лучше бы я этого не видел, жуть. Блять, чувак, обычные камеры, я не знаю, чем он удивляется. Такой пиздец творится в школе, его удивляют камеры. Блять, парта летает, ему какие-то, эти, как его, монстры висят на доске, а его удивляют просто какие-то камеры, блядь, пиздец, чувак. Я не знаю, что у него с восприятием этого мира. Так, ну ладно. Блин, чуть не забыл про пленку, может, я ее тут могу проиграть? Блядь, не надо вот этого, пожалуйста, не надо, сука, показывать. Это же библиотека Северного Крыла. Так. О боже, это та тень, что забрала Сёху.
Блядь, она мне кого-то напоминает, я не помню кого. А, так это мисс Сонг, нет? Какого... Что он тут делает? Ну, у нее юбка такая же. А под юбкой что? Воу, это какая-то секретная комната. Должно быть, Тайхун ее нашел, решил взглянуть. Он пошел в Северный Корол, чтобы осмотреть. Теперь понятно, тогда-то и на него и напал дух Мёнгиля. Ах, вон оно что. Это мисс Сонг? Что он тут делает? А почему она выделена? Окей, решено, надо закончить то, что начал Тайхун. Тень проникает в некую секретную комнату при помощи книжного шкафа. Нужно быть внимательным. Блять! Вот дерьмо! Видео оборвалось, ладно, пора идти. Сука, не надо такого. Не надо такого, пожалуйста, не надо такого. О, тут есть выход. А это еще кто такой там? А, так это тот чел, который нам попадался. Но мы к нему никак не подойдем. Так, компьютер. Ха, слышали, там была, короче, ошибка на компе. Вот опять, слышали? Это, короче, на винде 7 такая... О, монетка. На винде 7 такая ошибка, блядь, прикольная тема. Нормально звуки сымитировали. Ну, мне нравится, да, вот это вот. Так, тут... А где это мы вообще? Компьютерный... О, так мы, короче, сэкономили место. Погоди, нам нужно сейчас идти в библиотеку, да? Так она на 4 классе, блядь. А мы как сюда попали вообще? Бля, погоди-ка. Компьютерный класс. Не, погоди. Мы все правильно идем, да, я так понял? Нам нужно просто двигаться по течению. Или как это работает? Или это просто обшмонать? Не, хуй знает, конечно. Бля, ошибки вот этот, мне вообще нравится, типа. Мы, видимо, может, мы не сюда попали, типа. Но тут другого исхода никак, тут никак по-другому не выйти. Ну, через обратный путь, блядь, ну так это ж пиздец как долго. Да, наверное, не так. Наверное, он же, типа, он же умный, ему же надо через всю школу, короче, идти. И он, типа, себе быстрые пути, наверное, сделал, да? Ну, это я про того чувака, который все это придумал. Ну-ка. Так, наверняка тут как-то можно пролезть где-то. Просто я не вижу, да? Или это просто шмон? Типа, чтобы... Так, ну-ка. Ничего полезного. Так, давайте прошмонаем все. Здесь полно всяких всячин, ничего полезного. Так, ладно. Найдена записка, нам записки не важны. Здесь кровь, не знаю, что за занавеска, но трогать я это не хочу. Блять, а может занавеска там реально какая-то хрень? Ну, типа, я имею в виду проход. Ладно, давайте до библиотеки, и потом продолжим. Хотя, знаете, я подумал, то, что мы можем оставить этот сюжет на следующую серию, дорогие друзья. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Потому что, мне кажется, там какая-то будет дичь. И, возможно, ну, не нужно так, знаете, сильно страх, короче, приводить на... Поэтому давайте я оставлю это на следующую серию. Пока что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я думаю, следующая серия будет заключительной, потому что я случайно, короче, прохождение... промотал, и там, типа, уже написано финал, ну, глава, но я не читал, я ничего не читал, не знаю, что там будет, я просто вижу, там кнопка, ну, там не кнопка, а вот это финал графа, поэтому, как бы, вот так вот, поэтому я хочу оставить это на отдельную серию, вот, пока что, на скорую, всем пока. Привет, дорогие друзья, с вами Арал ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. После этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram — это никнейм, если ВКонтакте — то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей.
Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыгрываем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам, я забыл об этом сказать в видеоролике.